Копать, хоронить! Копать, хоронить! Я думал, только я так умею! Да что вы делаете? Ты что, собираешься пить мою кровь? Если не хотите учиться, тогда можете идти тухнуть на своем диване. Мортис! Так, не поняла, почему это я первая? Где все? О, я снова первый! Не первый. Ты почему пришел в класс после звонка? Тебе какая разница, ты кто такая, а? Это я кто такая? Ага. Я твоя новая учительница. Упс. Да, сразу видно, скользкий ты какой-то. Упс, я все понял, что ж вы сразу так не сказали. Как вас там зовут? Меня зовут Биби Арнольдовна. И сразу хочу сказать, за поведение ты сегодня получаешь 2 кубка. Ну за что? Если тебя что-то не устраивает, ты можешь это оспорить. Жду тебя после школы на одиночном столкновении. Да нет, спасибо, я больше ограбления люблю. Ну тогда разобрались. Доставай свой остар и будем проходить новую тему. Да, вот это я попал, хуже некуда. Между прочим, я тебя слышала. Говоришь, хуже некуда? Хуже есть всегда куда. Ничего, я с тобой разберусь. Ах, да, чуть не забыла. К нам с минуты на минуту придет новый ученик. Ох, не завидую я тебе. Это кто? Опс. Приветик, смертные! Ну что, упыри, не ждали? Вау, чума вообще-то нет! А ты кто? Кто-кто? Единорог в пальто! Чё не видно? Мортис я! Так, а ну-ка уселись все за парту! Звонок, между прочим, уже давно прозвенел! Да вы не нервничайте так, училка! Все будет в порядке! Нам нужна позитивная энергия! Значит так, объясняю один раз! Так что запоминайте. Мортис, ты, наверное, еще не понял, что со мной лучше не связываться. Я вам не Шелли Степановна. И сюсюкаться я с вами не собираюсь. Понятно? Да тошноты рад знакомству. Вполне даже очень понятно. Ну вот и чудненько. А теперь в темпе вальса достали свои айстары. Это как? В темпе вальса? Для таких, как ты... Объясняю популярно. Это значит со скоростью света. А, это я могу. Ого, а как ты это делаешь? А, ты еще многого не знаешь. Иди, Анольдовна, мне не нравится этот чудик. Не хочу с ним в одном классе учиться. А придется. Не надо. Тебя в этих приют не устраивал? Так что привыкай к новому соседу по парте. Кто вам такое сказал? Я ведь очень сильно за Пельбрему вернулся. Он мне как брат. Вот сказанул, даже не поморщился. Так, ну все, пообщались? А теперь переходим к новой теме. Потому что вы мне сегодня весь урок сорвете. Ну, Бебе Анрольдовна! Все, все свои жалобы и предложения можете изложить в письменном виде и оставить у меня на столе после урока. Сейчас меня больше ничего не интересует. Переходим к теме урока. О, какая строгая. Шелли Степановна намного лучше. Я, между прочим, все слышу. Что? Свести кубков не будет. Итак, вы уже знаете, что в школе Бравл Старс недавно была обнова, и сейчас начался новый сезон. Лето с монстрами. Да знаю. А я уже начал проходить. Молодец, возьми с полки пирожок. Ой, не умничай. Опять? Копать, хоронить. Я думал, только я так умею. Ха-ха-ха-ха.
Как же вы меня достали своими выходками! Вот это Биби Андроидовна. Больно. Сильно бьет. Не надоело еще? Нет, то есть да, да. Я все понял. Итак, ленивцы, вы доигрались. Сейчас буду проверять домашнее задание. И первым будет... Только я. А мне все равно, я все и выучу. Леон, ты будешь отвечать первым. А точнее... Будешь показывать, как ты овладел своей суперспособностью. Да, это легко. Копать, хоронить. Так она тебя просто пожалела. Слышь, Леон, а ты когда в оборотня превращаешься, тебе блоки не кусают? Ой, Мортис, ну если ты такой умный, тогда первый свою суперспособность покажешь ты. Чума! Вот это я влип. Ну, мы готовы на этот концерт посмотреть. Сейчас я вам покажу, какая у Мортиса способность. Хочу на это все посмотреть поближе. Ну, готов? Показывай. О, получается. А почему только одна? Стареешь, трухлявый. Тебе сколько? Вообще-то 134. Бедноватый ты какой-то. Давление давно проверял? Да что вы делаете? Ты что, собираешься пить мою кровь? У вас у людей в этой крови, кроме холестерина, чего только не намешано. Так, Мортис, а ну-ка успокойся. А ты, Леон, слазь с руки, давай за парту свою садись. Мамочки, тяжелый-то какой! Додумался до такого! Да, цирк какой-то! Короче, клоуны, за домашку вам ставлю по 2 кубка. На больше этот спектакль просто не тянет. Вы знаете, как-то противно звучит, но это мне нравится. Да, Шелли Степановна, конечно, крепкий орешек. Столько выдержала. Итак, возвращаемся к нашему с вами Brawl Pass. Сколько там вам Шелли Степановна давала времени на прохождение? Я не знаю. Меня вообще-то не было. Слышь, кровососочка ты моя, это вообще-то твои проблемы. Понял. Ваше темнейшество. Вообще-то нам на прохождение аж 2 месяца давали. Да вас вообще просто баловали. Здесь вам не детский сад, а школа. Да еще не какая-нибудь, а Brawl Stars. Если не хотите учиться, тогда можете идти тухнуть на своем диване. Мортис! Ой, извините, я когда волнуюсь, кушать очень хочу. Нервная система шалит. Извините, я здесь, это не то, что я подумал. Ну ты чё? Вообще, мы же в 21 веке живем. Это витаминные заменители. Хочешь? Да, чувак, ты как-то бледновато выглядишь. С тобой все в порядке? Убери этого фига! Да не кипишуй ты так! Убираю! Эй, Примо, вернись! Да. А нервишки-то у пацана совсем хиленькие. Ура! И что здесь такого? Ну что ж, я вас поздравляю. Первый урок вы мне сегодня сорвали. Так что готовьтесь, ленивцы. В следующий раз я на вас отыграюсь. А звучит забавно. Ну а вы, ребята, напишите в комментариях, с кем вам видео понравилось больше, с Мортисом или Эль Примо. И не забывайте ставить лайки, ведь чем быстрее под этим видео наберется 20 тысяч лайков, тем быстрее выйдет следующая серия школы Brawl Stars. Биби, бай-бай! Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes. Laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly.